Alo. Պարոն Գրիգորյանց, բարև ձեզ. Պարոն Գրիգորյանց, իրավունք թերթից Իլոնան Ազարյան լրագրող ձեզ անհանգ ստացնում, ինչպես եք? Ոչինչ, կամազաբույն եք, ինչպես բրիլին ես աշխարհի մեջ, որտեղ կրիվ է, այրոն է թափում, Ղարաբաղ, Հայաստան, չգիտեմ, Ռուսաստան, ՆԱՏՕ. Իդեպ հենց այդ հարցերի շուրջ էի ուզում ձեր դիտարկումները, պարոն Գրիգորյանց։ Պարոն Գրիգորյանց, ակնհայտ է, որ վերջին շրջանում աշխարհաքաղաքական զարգացումները բավականին լարված են, որը ուղիղ անդրադառնում է նաև Արցախի վրա։ Շատերի կարծիքով սրա պատճառն այն է, որ Ռուսաստանը հիմա զբաղված է Ուկրաինայով և հակառակորդը գործում է ավելի ազատ։ Ինչ դիտարկումներ ունեք այս իրավիճակի հետ կապված և առհասարակ հաշվի առնելով վերջին օրերին Էրդողանի հայտարարությունները, ինչպես է գնահատում ռուս-թուրքական հարաբերությունները? Ռուս-թուրքական հարաբերությունը ասում եք։ Այո։ Գիտեք ինչ, այսի Խաբիբովիչյան հարաբերությունները ռուս-թուրքական, ինչ որ կան պեսի կա, որովհետև թուրքին հավատալ չի կարելի, ոչ մի անգամ, ես այստեղ քանի անգամ թերթերին ասել եմ դրա մասին։ Հիմա այսպես ես աշխարհը 15 թվին այսպես էր հարաբերությունները դոլարերտորված էր, նո սիրովնո դրուժելի, սիրովնո վերցրեցին Ղարաբաղը, սիրովնո վերցրեցին Նախշևանը, որովհետև սա ազգը շատ մեծ ազգ է, դեմ հարուստ ազգ է, դրա համար ասել եմ էդ ինչ կարիք կա։ Հարաբերությունները այսպես ինչ որ կան դես կա, իսկ ինչ հնարավոր это воздействует, конечно, на наши отношения, на отношения Ռուսաստան, Հայաստան, երբ որ հայերի մեջ այնպես բաներ կա, որ հենում են սաստաց ձեր բոլորը, թե ռուսները գնացեք ստեղից ձեր բազայի հետ, ու ինչ պետք է քեզ ռուսը մի անգամ это потом предают պարոն Գրիգորյանց, ռուս-թուրքական հարաբերությունները ապրում են բարդագույն ժամանակաշրջան և չեք կարող ասել, թե ինչ հանգուցալուծում կարող են ստանալ, ճիշտ հասկացա։ Ռուս-թուրքական отношения, они, вы знаете, что абсолютно не меняются, хотя турки сейчас полностью против России и завод строят на Украине по разработке и производству вот этих байрактаров, и они уничтожают русский народ. И они везде действуют против, и все равно Россия с ними дружит, потом дружит вынужденно. Он на России не желает иметь на юге у себя очень агрессивного государства. А поэтому каким-то образом с ними они вот таким образом. Ну это об отношениях очень хорошо недавно Песков сказал. Я лично что-то новое добавить вообще не имею права и комментировать не могу. А вот такая обстановка, как есть, так и ездили. Турция сама себе живет, и он действует в интересах себя, и чтобы и НАТО его признавало, и он вне НАТО работает, и разрешительные действия делает, но не хочет оставаться в таком состоянии, чтобы его тоже наказали и так далее. Ну, в общем, он такой варьирует, гибкость проявляет. Ну и Россия вынуждена тоже гибкость проявлять по отношению к Турции. Конечно, на мой взгляд, если отношения России и Армении, виноват Россия и Турция, хорошие было бы, Россия поставила вопрос, слушайте, прекратите терзать моего союзника. Но мне кажется, этот вопрос не ставят. Почему? Да потому что Гаиля то Меркормицен, то Гуричкормицен. И он думает, ну что делать, а я им такие. А я им говорю, 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 а я им
по-человечески, чтобы поговорить. Вы союзник или нет? Спеси, это нехороший подход к дипломатии. Айка, я сам дипломатия анпитан. Не знаю, я вам передал или нет. Мое мнение. Хаскаца, паун Григорианц... Паун Григорианц, наев, это кркире дзер тесакета... Հնարավոր է արևմուտքի ճնշումների ներքո ռուս խաղաղապահ զորախումբը հաշվի առնելով նաև Հայաստանի դիրքորոշումը, հա, դուրս գա Արցախից։ Դուք նման սցենար հնարավոր համարում եք։ Ես сейчас недавно статью написал про Карабах. Там журнал выпускается. Я полностью обеспокоен положением дел в Арцаху. По Карабаху полностью. И вот единственный выход, на мой взгляд, или они должны, как сейчас Алиев сказал, признайте себя азербайджанцами и живите, как мы, россиями в России, мы армяне, россиями во всей России. Но это опасное явление, потому что так произошло в Нахчеване, когда полно армян было, потом их не стало. Или уходите отсюда. Ну, надо же как-то... А я призываю, единственный выход, это надо взять паспорта, русские паспорта, как это сделал Донбасс, и проситься в Россию. Только единственное спасение. Это мое мнение. Потому что я, и армию занимался, и мы освобождали Карабах, но мы не смогли удержать нашу победу. Но это уже на совести руководства Армении и Карабаха. Իսկ Ռուսաստանը պատրաստ է ընդունել արցախցիներին այս պահին, պարոն Գրիգորյան։ Вы обратитесь, а вот что Россия скажет? Ваше будет совесть чиста. Скажет нет, а так, а Россия хочет? Шатки там хочет или нет? А может быть и хочет, но он же не скажет, давай. Вот надо было Донбассу сделать так, потому что уже НАТО подошло, поддыхало России, и Россия выручила, это земля русская вообще-то. Оно незаконно передано так, как передали Карцах и Нахчеван. И там тоже Ленин передал Новороссию и украинцам. Там то же самое. Но здесь работали умно, а Мирхаира не работают. Понимаете ли? Они взяли паспорта, провели референдум и обратились к России, окажите помощь. И вот воюет сейчас Россия, освобождает своих русский народ. А гаеры не обращаются, а сами думают, а России что думает? Да чандам ты что Россия, что думает о вас, она себе еле-еле думает. Если обратитесь, вопрос другой. Мы даже проводили, я нескольких людей собрал, разговорились вот так, я говорю, то гна, Карабахсинера, гнан тонера, каждый дом идет туда, а что чан, узумес бандеры, чем узум, гна, кандер, грецин, собрали там, Кари Хазарат, собрали, референдум провели и обратились. А что произойдет, вопрос другой. Спасибо большое. Это мое мнение. Зная всю общую военно-политическую ситуацию и обстановку. Агрессор, Азербайджан агрессор на высшем уровне. И никого не боится, потому что он богатый, у него нефть, а у вас ничего нету. А что вы чем можете? И он может в любой момент, что хочет, то и делает. И главное, его не наказывают, потому что если его накажут, а Запад не получит его нефть. Вот такая проститутская политическая обстановка. Поэтому надо гибкость проявлять и разумность проявлять в этом деле. А с вами союзник, один союзник есть, и то мы вместе, другое дело, а с вами дзердемек. И он будет разозлиться, и тот анклав, который я создал, и посадил боевую 127-ю дивизию, и создал базу, теперь ваши гнацы, зербазы, да гнацы, когда я звоню этим людям, я говорю, знаете что? Мы их создали пограничники 50% на 50. Вот эту базу, это гран Рустеда, они придут и будут всю вашу семью снащать, прошу прощения. И что с геноцидками? Это узумек, ну что с вами делать? Синчая сейчас, как что вы превратились, не знаю. Я возмущен вообще-то.
И главное, у вас правительство арестовывает людей, которые в Зангезуре против голосовали, а люди, которые выступают против России, чтобы они забрали свою базу, вообще никого не арестовывают. Ну, значит, правительство тоже хочет. А англосаксы и турки, они мечтают, чтобы Россия оттуда ушла. Мечтают. Значит, вы работаете в интересах Запада. Ну, что с вами разговаривать? Шат шноракалем, паун Григорянц. Будьте здоровы. Шноракалем, стесцун здесь.